Всем привет, с вами братуха 42 миллиона серебра, 8500 голды и Зевс, ребята, улучшается... Зевс улучшит до уровня 9. Блин, как в прошлом видосе мы договаривались с вами, что я не буду улучшать Зевс, я буду улучшать таран, чтобы на этого Ланселота повесить. Мне нужен таран, первый попавшийся таран, желательно 5-го левела, но у меня и как бы... Блин, 1-го левела таран, офигеть, больше нету левелов. Ну давайте, блин, 1-го левела таран, блин, давайте 1-го левела таран, будем с самого начала улучшать за 15 тысяч, ускорим, ну 4 голды в принципе не жалко, да, давайте 30, 20 голды тоже не жалко, ну и 60, 2 часа тоже не жалко. Так, 5 часов, о, 6 часов как раз, ребята, утром я поставлю его качаться, да, действительно, 6 часов утром, новое видео на канале Шторма, горите в аду гидродрочеры и зенита миньетчики. Да, ребята, вы можете так и набрать Шторм канал в поиске и можете посмотреть это видео, я его тоже, ребята, посмотрю обязательно. Так, реклама Шторма удалась. В принципе, можно его чего там. Ага, так, и что я хотел сказать, что 0 градусов тепла, ясно, среда, 8 ноября, 19:55 время, так что мы этот таранчик как раз и прокачаем с утра, то есть не мы, а я. Вот туда мы потратили 50 голды, сейчас давайте мы зайдем с вами, вместе с вами, что у нас со звуком? Со звуком у нас все заебись, да, как обычно. Посмотрим задание, у нас мы, так, контроль, нанести 2, отлично, голду мы сегодня все вернем. Также у нас, ребята, ферма, то есть я сегодня целый день был на работе, пришел очень поздно и, блин, помылся, поигрался, покушать приготовил и все, опять ставлю ферма на прокачку-закачку. А тут мне бросили вызов. Кожа, Гуд, Артем. Не знаю, что парень хочет. Давайте просто зайдем да посмотрим. Я думаю, не просто же так интересно бои там смотреть. Ну что-то вот такое вот, чего парень меня пригласил. Что ему надо? Давайте спросим. Здравствуйте. Что вам... А, нет, давайте с большой буквы. Ну, типа, мы его уважаем. Что вам? Что вам? Блядь, что вам надо? Спросим этого парня. Привет, что вам надо? Что? Здравствуйте, что вам надо? Да, и еще давайте его ангар посмотрим. Артем Зайцев, Кожемяки. Клан Кожа. ИД 42632 участника, вообще заебись, что там за ангар? Ужас какой-то, корсак на гидрах, дестры, да, блядь, пиздец, я даже не ожидал, что настолько нубовский ангар, блядь. Что, готов, не готов он к бою, понятно, короче, парень тормоз. Ну давай, парень тормоз, до свидос, блядь, ну чайник, чё ж поделаешь-то. Такой у нас, ребята, чайник. Мы продолжим ставить нашу ферму. 50 тысяч у меня серебра, ребятухи. Так, и у нас 10 новых скидочек. 9 новых скидочек, акций. Здесь у нас детали Эмбера 710, детали по 3400, при том по 710 деталей вы больше не увидите. Покупайте сразу и все. Так, детали хуечи. Раньше было, смотрите, за 3000 можно было взять детали хуечи. Предлагали за 4000 1000 деталей. Все, теперь больше такой скидочки нет. Хуечи теперь за 4120 деталей предлагают. Да я бы вам бы сказал, да пошли бы вы, но кумихо 540, ребят. Кумихо, ради кумихо только беру эту. Если было бы кумихо 120 и детали хуечи 120 за 4000 ВП, да я бы нахуй послал бы. Здесь у нас темпест. Темпест нам не нужен. Бульгасари тоже хуй соберешь по 140 деталей. ВП быстро кончится, к сожалению. Скорж мы вообще не планируем брать, братуха. Здесь тоже, вот видите, 400 голды за 140 деталей, 120 деталей. Да как бы пошли бы вы нахер, блядь. С такими скидками, ребята, честное слово. У меня не iPhone, я, к сожалению, не могу 6 тысяч потратить, чтобы к Джон Доллару вступить, блядь, чтобы он меня научил играть, блядь. Нахуече, МК-12, МК-2, блядь. Так, лучший из лучших, и вот, ребята, у нас хуече, вот у нас хуече, выскочил хаече, 3350 деталей, к сожалению, я их не получу, давайте мы сейчас исключим тупо серебро, вот, и будем крутить, я много деталей не потрачу, максимум там раз 5 крутану, что мы потратим, 150, да, 150, 150, 150, давайте крутанем, так, за 0 голды, ну, выпадет ясен хуй хуйня, это понятно, ну, 3300 не выпадет, да, 7. 12 часов прямо, 30? 2500? Чё так медленно, нихуя? А шло медленно, ребят, шло медленно, думал, на каждое становится 10 деталей хуечи дали. Давайте за 8 голды тер крутанем. Не за 5, а за 8, здесь увеличены ставки. То есть каждая рулетка каждой пушки робота стоит по-своему. И хуечи оценивается в 3 дорога, блядь. Здесь будет или 15, или 12 часов прямо. 12 часов према, давайте сразу посмотрим, сколько у меня стало према, потому что в одном из комментариев мне сказали, что према не приплюсовывается. То есть первые 12 часов приплюсовываются, а вторые 12 часов нет. 15 дней, 15 часов. Давайте пойдем дальше крутить рулетку. Если нам сейчас попадет прем, то мы с вами проверим. Конечно, хуече бы, блядь. А, вот, хуече, иди сюда. Чуть бульгасара не крутанул. Извините за мой нос, опять заболел. Это я так чихаю, да, чтобы соседям было смешно. Зато чихнул все сопли на подушке, но стал дышать. 7 деталей хуечи. О, 12 часов, ребят, нам выпало. Давайте сходим, потому что мне сказали, не засчитывается. Нет, все засчиталось. И первый раз, и второй раз, ребята, все засчиталось. Нехуй там пиздеть. А то мне в комментариях там написали, бля, в ютубе.
Так, что у нас? 62 голды просят. Ну давайте 62 покрутанем, то хуйся. Что самое прикольное, обратите внимание, голду 420 снимают после того, как вы что-то уже выиграли. То есть, сука, не сразу снимают, а потом снимают. Вот, мы выиграли 7 деталей хуечи. У нас еще есть вариант выиграть слева, вы увидите 7 деталей хуечи и 15 деталей хуечи. Также у нас есть вариант выиграть 30 деталей хуечи. За 125 голды мы и крутанем. Это, ребят, максимум, что я могу позволить. Действительно, 5 раз крутануть и 7 деталей хуечи. То есть, за 245 голды я не собираюсь, блядь, тратить 245 голды, чтобы выиграть 15 деталей хуечи. Ну его нахуй, ребят, извините, но, блядь, это наебательство и участвовать. Я потратил там 200 голды, все, больше я тратить не хочу. В этом наебательстве участвовать, блядь, не хочется. Копишь голду, блядь, и тут на тебе, нахуй, проебал ее все. Возможно, мне в рулетке повезет. О, блядь, кто-то пришел, нахуй, там. Кто-то крадется. Какой-то тигр, блядь, крадется. Что надо, блядь? Кто там? В дискорде кто-то пришел, блядь. Кто там такой, нахуй? Чё нахуй? Кто такой? Кто пришел? Пришел кто? Блин, ты что, забыл кто? О, господи, это Вата, ебать. Ребят, это Вата. Вата, пойдешь воевать? Привет, Вата, поздоровайся, у меня видеосъемка. Здорово. Я, короче, сейчас крутил рулетку, и меня наебали жестко. Там в рулетке хуечи. Ага. Давайте, ребята, посмотрим, сколько у меня. 267 ключей. И еще хранилище, посмотрим, детали хумихо. У меня 6000, детали скорджи 5800 и детали хуечи 5700. Ребята, кто хочет братухе помочь, кто хочет задонатить братухе необычно, а ну, таки нашлись, блядь, 30 долбоебов, которые 6000 рублей потратили, чтобы в школу вступить, воробец. Может найдутся, блядь, такие долбоебы, которые мне помогут ключи купить. Вот смотрите, 1000 ключей, чтобы купить, да? Вот здесь, короче, покупка такая идет. 100 ключей, 1150 ключей и 13 тысяч ключей. Вот найдется какой-нибудь такой человек, или хотя бы 30 человек, или хотя бы 10 человек, которые могут дать мне номер карточки какой-нибудь, чтобы я бы ввел бы и оплатил бы 5900 рублей. Плюс еще там будет процент, то есть выйдет там где-то 6500 где-то примерно рублей, чтобы я купил 13 тысяч ключей. Если такой спонсор найдется, дайте мне, пожалуйста, ВКонтакте знать, кому не жалко 6000 рублей на ключи. И я тогда в онлайн-режиме в стриме прокручу по 1000. О, Вата меня приглашает. Давай, Вата, пойдем в бой. Максимум тебе даю 3 боя, чтобы ты был на последнем месте. Так, давай, выбирай и пошли. Ахуе здесь таких нету, или только по слитым лигам играете, ахуе есть взвод. Ахуе, махуе, хуяха, хуехихи. Сегодня, ребята, Вата создал свой первый видеоролик и говорит: братух, оцени. Было дело? Нет. Да, ребята, было дело. Он говорит: ребята, оцените, блядь. В смысле, братуха, оцени. Я, короче, посмотрел, после полторы минуты выключил, и меня стошнило нахуй. Да, ты гонишь. Не, реально меня стошнило. Знаете почему? Потому что, блядь, ну это был первый видеоролик человека, который вообще ни разу в жизни никогда не снимался. Ни сам, ни девчонок, ни видео вообще, короче, блин. Девственник воробец, короче. Это девственник-блогер. Ну и понятное дело, что там было скучно, там было много, блядь, слов-паразитов и все остальное, короче. В итоге я ему там, короче, настроение испортил, он видеоролик удалил вот. И собирается нас порадовать еще одним крутым видеороликом. На самом деле, видеоролик у него было PvP-сражение с Виталиком. Вот. У Виталика Бульгасара, а у него Хаечи. И получается, что какая-то жопа получается, потому что, блядь, у нас что, битва за маяками? Да. Блядь, это плохо, надо разворачивать этого парня, чтобы ему... Ага, сука, хитрый жопый такой, блядь. Давай, разворачивайся, нехуй тут, блядь. Давай, Зевс, ебашь его. Да там один Зевс, ребят, это плохо. Там один Зевс, это ты что ли? Вата, давай его, шквари! Вата, блядь, зашквари его, у меня один таран остался. Да у меня один... У него один таран, наш маяк! Вата, зашкваривай, или он маяк за, блядь! Ну вот ничего, нельзя, ребят, понадеяться на этого пацана, жесть. Может, ты поменяешь робота, ты с одним Зевсом как имбецил, ебать. Ну чё, пойдем левый? Левый пойдем отжимать, нет? Да. Пойдём. Ну я хуечи, ребята, завалил. Реально было пиздато. Сейчас сразу выходит. Что выходит? Вон парень, блядь, смотри, выходит. Вон парня сливать надо, выходит. Вон на центре, смотри, хуечи 400 метров. Ты смотри, в жопу. Да я знаю, он боится, он-то не думал, что я стреляю. Он-то не знает, что я на перезарядке. Он-то очкует, так, блядь. Сейчас, это Бульгасар. А, это Рина. Это Бульгасар, блядь. Нихрена. Это на дробашах, похуй. Туда пока не иди. Может, респанется, козел. Вот, видишь сколько. Пошли, бежим. Бежим, блядь. Ну так они оба как чайники. Короче, давай. Да. Спасай меня. Прикрывай, блядь. Давай, бегу, 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 бегу. Своим щитом, да уже поздно. Все, убегай, убегай, сейчас я респанусь. Я в фору немного. О, тут пришел. Кто пришел? Да не знаю, кто пришел, но, блядь, дело в том, что мы получаем пизды, блядь. Да вижу. Вижу.
вижу, чувак. А почему у меня в автоприцеле, блядь, этот? Сейчас. Дебил, блядь, в автоприцеле, это непонятно было. Надо им быстрее роботов-то сливать. Так, Вата, ты где? Вижу. Давай, занимайте этого. Жжж. Отлично, слили. Следующий кто? Блять, Вата, сдох. Вата. А, бля, я не успеваю свалить. Да ты трупак, понятное дело. Ребята, давайте воткнем этому парню, блядь, по самые помидоры, отлично. Ну еще, будешь респауться? Нет? Ну давайте, забираем маяк, отлично. Братуха теперь рискует. Ах ты, блядь, воскрес, падла. На плазме. Все, братуха убегает, братуха больше не рискует. Максимум, что я там щиты могу почикать всем, блядь. А это кто у нас? Сколько метров, блядь, 400? Это инвалид, блядь, да, вижу, сука. Надо было сливать. А, нормально, они все в одной точке сконцентрировались. Смотри, сейчас все говно, не отходя от кассы будем месить. Смотри, куй железа, не отходя от кассы. Вот так. Давай, братанчик, получай. А, выходи сюда. Прямо таки, блядь, приятно, сука, все это говно месить там. Так, давай, перекидывайся. Говно, говно. Блядь, это мой. Ты мой, сучка, иди сюда, блядь. Вот так, ебаная фура. Ну давай, фура, попробуй тут воскреснуть, сука. Да не будет. Не успевает он. О, арканчик. О, у меня прыжка нет, блядь. Его сейчас Вата заберет. Ну, Вата нахуечек хули. Ну, сука, везет же, а, утыркам всяким. Проигрывает. Утырок, где ты, утырок? Я тут, я тут. На тебе. Так что, ребята, если хотите помочь братухе выиграть хуечи, кому не жалко, донатьте мне на ключи и будем крутить рулетку. Там мы получим удовольствие, блядь, от прокрутки, бля, и бомбеж жопы будет стопудово, хули. Фу. Ну ладно. Шо-фу. Будем считать, что ты разогревался. Давай дальше, время идет. Так что давайте, ребята, кто сколько может. То 1000 рублей, то 6500 рублей. Вот, достаточно иметь, например, вашу карту и там номер какой-то СРС. Вот, я таким образом купил прем благодаря Роману, который из Израиля. Кстати, Вата тоже в Израиль собирается съебать. Вата, ты ник поменял? Не, Вата ник не поменял. Бля, и еще спрашиваю у вас, ребят, пишите в комментариях, какой же никнейм Вате поставить. Я сегодня вот прям даже с женой обсуждали. Вати! Здравствуйте, я блогер Вати! Или как звучит? Здравствуйте, я блогер Вата. Всем привет, 5-10. Или я блогер, блядь, пидор, блядь, сука, Вата, спаси. Стой, замри! Стой, мне твой щит нужен. Бля, там гидрист. Видите, как... Давай. Я мухой. Там на таранах он, ты что, дурак? Гидрист, блядь, стой! Они на таранах там. Вата, куда толкаешь? Я не толкаю, я стою, это ты, блядь, толкаешься. О, кастрюля пошла. Давай, Вата, выпрыгиваем. И сплэшем, давай, за угол. Вправо вливаем, отлично. Поддерживаем огнем, 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 огнем. Да, да, поддерживаем, огнем, поддерживаем. Огнем. Давай, давай, Вата, стреляй, я пока спрячусь. Вата, Вата, стреляй, я прячусь, давай. Эй, сука. Давай, сейчас он. Я прыгнул, Вата, смотри, я умею прыгать высоко. А ты прыгаешь длинно. Отлично, Вати, молодец. Давай перекадешиваемся и повторим. А он сваливает. Бля, как бы гидриста того забрать, ёбаный пылесос. Оставь ты гидриста в покое. Ланселот на таранах там, видишь? Да. Ну давай налево пойдем, там вроде опять кто-то собирается пришпилить. Ага. Там же маяк надо защищать. У нас же как бы расположение не очень симметричное. Ой-ой-ой-ой, обратно. О, прыгает, прыгает кто-то. Вати, Вати, давай, убивай его, Вати! Yeah! Круто. Вата, справа, Вата, 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 Вата! Справа. Я вижу. Да ты куда пошел? Я маяк отжимать. Ты маяк отжимать, а я выживать. Ну иди выживай, хули ты. Да я не сомневался, что ты выживальщик. Мне нужны победы, чувак. Так что без обид. Тебе не нужны победы? Нужны победы, я говорю. Ну так а я за маяком думаю, что пошел-то? Просто так, что ли, сейчас я погибаю тут? Две кастрюли братуха убил, видишь? Где кастрюлю убил? Кастрюлю сейчас я убил, кастрюлю голового Ланселота около маяка. Теперь остался один кастрюля там. Я же погиб не просто так. Ну понятненько. Дело в том, что у нас позиция очень выгодная, вот тот маяк держать. Ты не там, блядь, прикрываешь. Если тебе победа нужна, слева прикрывай. Справа там ты... Там слева меня ждет требушетник. Никого там нет, блядь. Я вот стою, от таранов пизды только получаю, и все. Нет там требушетника. Как нет там требушетника? Сейчас пока увидишь требушетник. Я вижу, что у нас вот какой-то гаррет, блядь, маяк отбирает. И у нас будет опять два маяка, блядь. Ё-моё.
Вот так, опять два маяка. Видишь, даже этот грифон, блядь, 500 метровый, понимаешь? Да снова ты толкаешь, не толкай, блин. Не толкай, блин, он этих, блядь. Убери его. Давай, я прыгаю. Давай, прикрой меня. Прикрой меня! Он развернулся на меня, ты его еби! Вот, ебу я его. Вот как... О, как хорошо мы его ебали вдвоем. Че ты боишься робота потерять? Блядь, у тебя еще 4 робота есть. Трясешься за своего хуечи. Получил хуечи, теперь, блядь, вообще пиздец. Вот маяк, видишь, нейтральный наш. Трясется за своего хуечи, ребята, видите, да? Как за яички свои не трясется, как за хуечи. Давай ты помоги, у меня тут еще один хуечи, у него на плазме. Он на плазме, я знаю, я взял Энцелота со щитом, я иду к тебе. У нас 4 синих маяка, чувак, мы с тобой гениальные игроки. Победа. Я бы не сказал, что победа, потому что... Какой у тебя тут был... Тут у тебя на этих галах был, какой тут хуечи был. О, я, блядь, лучше... Хуечи вот там убежал, вот, Габриэль на хуечи был. Габриэль. Да, такой... Прям сегодня визжать мне хочется почему-то, не знаю почему. Это там на тридентах? А мне похуй, чувак, что ты на тридентах. Мы их нагнули, чувак. Ну да. Я пошел вперед. Блять, Ринус тебя бы в попку надавал бы. Сука, рогатка, докер, смотри, докер. Докер, блядь. Дойка. Докер. Фура упала. Больно фури. Ну давайте, я жду любого тут. Готов отпиздить. Ох, повезло, паучок, блядь. Блядь! Время кончилось, сука. Так что, ребята, в скором времени будет у Ваты канал, будете ходить к Вате. Или к Вате, не знаю, к Вате, Ватя. Ну вот, смотрите, 773, потому что он выживал. Молодец, хорошо затащили. Голды, главное, поровну дали. Убитых поровну. Вообще здорово сыграли, молодец. Красавчики. Давай, последний бой. Время уже 8 часов вечера. Надо это... Видео на канал залить. Да. Превосходно. Ну что, берем сауф и поправо, если боимся. Или полево. Я ланса и направо. Надо отжать правый что маяк будет, и контролировать центр. Бегу. Будь аккуратен, там требуха. Вижу, вижу, вижу. Он забрал маяк, пидор. Да. О, там сколько? У тебя двое, да? У меня двое дальнобойщиков. Сейчас. Один на требухе, второй на зевсах. Да, хорошо. Сейчас все будет, чтобы только меня не зацепили. Шпили-вили. Сейчас, сейчас, сейчас. А, требуха лох. Я, в принципе, не против, если этот парень на зевсах будет, и тот парень на требухе будет стоять весь бой. Я не против. Я, блядь, других долбоебов почикаю. Вон, например, вот этого. Или вон там бежит. Ты что, тут со мной? Вот, смотри, тело выходит. Хе-хе-хе. Ну чё ты промахнулся, ну? Ты можешь стоять, чё ты бегаешь? У тебя что, блядь, тик нервный? Ты жирный. Какой жирный? Тут, блядь, три как ты пройдет. Давай-ка их маленько попугаем, на центральный маяк я отожму. Ага. Ой, Сонечка, классно. А это кто, корова? Да. Красивая корова. На что корова похожа? А, ну да, действительно, корова похожа на корову. Ой, блядь. Не, помоги. Он на плазме. Да. Я не могу разорваться, может ты выскочишь? Он сейчас будет перекадешиваться. Пока он перекадешивается, ты его убьешь, блядь. Я умер, держись, я бегу. Ё-моё, меня сейчас... А тебе надо было не ждать, тебе надо было прыгать, пока он стрелял в меня. Вот пипец. У нас за маяком центральным идут. А, ну да, понял я. Ну да, ты понял меня откуда... Так что перебили, дело отдаёт, блин. Отовсюду. Зря братуха пошел, центр отобрал. А может, ребята, не зря? Ой, требушет меня поймал. А может, ребята, не зря? Аккуратненько, к нам идет хаечи. Я знаю. Я ему почикал щит. Да, вижу. Держись, блядь. И требушетник, и зевс в жопу я им вам ставлю. Лошара. Да ты моя лошара.
Блять, меня хаечи напрягает. С помощью вообще ни от кого нет. Не могу. Да, я уже на полпути. И пол жизни. О, давай я заберу маяк. Забрал маяк, ну фига себе. Меня шпилили тут. Не успел добить. А, у него орки. От орков он немало домашки нанесет. А мне надо сейчас, ребята, выставлять свою попку так, чтоб я этого Олега сливал по пути к маяку. Вот так, отлично. Ребята, советую вам всем так же поступать. Так, я сразу и парня слил, и... Так, надо уйти маленечко, уйти, да, перегруппироваться. Вон там бегут, бля, бегунки. У нас есть кому раздать пизды, это вата. Отлично. О, блядь, Галахад. Все. Сзади, сзади, жопа, жопа горит у тебя. Блядь, да если у меня будет жопа гореть, то у меня... Передок сгорит, блядь. Все, я сдох. Вата, давай правый маяк отжимай. Вата, держи правый маяк. С пацаном, иди помогай, блядь. Вата! Все, держу. Держи, Вата, держи. Маяк держи. Не дай маяк в обиду, Вата. У нас 4 маяка против одного. Вата, мы гениально играем. Мы крутые, блядь. Там требуха, сука, я зацепился хуем своим. А, требуха раз, требуха два. Больно. Вата, давай его. Давай, Вата, Вата, давай. Вата, Вата, давай. Вливай его. У меня полробота осталось, сука. Вау, молодцы! У меня 1000 хп! Меняй другого робота, ибо ты сюда быстрее успеешь добраться. Хотя время на нашей стороне. У меня еще эйфора осталось. Да все, не успею я в рейке никого. Я умер. Да, все, мы победили. Круто! Все, третий бой закончился. Да, шальной зой, сваты, и мы победили. 800. Сколько там? Прикрывай, братуха, блин. 17 голды, ребята, я получил. 625 тысяч серебра. И ты меня не прикрывал, это я тебя прикрывал. И... Что? Серьезно? Да, и вот мы вот так вот нихуёво поиграли, ребята. Прикольно было, здорово. Спасибо, Вата. Спасибо, братуха. Да, и так что смотрите, у нас в скором времени появится у меня на канале реклама канала Ваты. И он постарается вас чем-то там своими веселыми видеороликами порадовать. А я, ребята, сейчас выхожу на финишную прямую, чтобы получить трибучет, надо уничтожить 28 вражеских роботов. Я, в принципе, готов. Получить, так, 30 голды, я не против. Так, ну что, еще раз, ребят, напоминаю, кто хочет мне помочь, чтобы я в прямом эфире крутил там, 13 сундуков по 1000, 6000 рублей задонатить мне. Или 600 рублей 1000, тогда по 100 буду крутить. Сейчас у меня 280, и шкала, как говорится, черного рынка ни хрена не увеличивается. Меня приглашает убийца. Вот такие вот детали Кумихо 6000, детали Скорджа и детали Хуечи 5700. Я начинаю качать, ребята, тараны, да, чтобы... Два тарана, блядь, качать с нуля, короче, жопа. Чтобы, ребята, повесить его на Ланселота, а арканы с Ланселота два топовых повесить на будущего Хуеча. И потом, соответственно, на того же Хуеча повесить стоковый аркан. Ну, все надо качать, качать, качать. С вами были братуха, Вата. Вата, пока! Пока-пока. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Чао, какао.